Эсперанса – аргентинская научно-исследовательская станция, расположенная на крайнем севере Антарктического полуострова. База была построена в 1975 году. Она состояла из 55 домов, включала 10 семей и 2 школьных учителей. Станция Эсперанса была местом рождения в 1978 году Эмилио Маркоса Пальмы, первого человека, родившегося в Антарктиде. Аргентина является претендующей стороной на часть территории в Антарктике. На этой станции зафиксирована наивысшая температура в Антарктиде, которая побила все рекорды со времен исследований – плюс 18 градусов по Цельсию. От имени канала хочу поблагодарить вас за просмотры, на ваше усмотрение лайки, делитесь заинтересованными видео, комментируйте их, не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик. Я в свою очередь отблагодарю вас новыми интересными видео.